Всем большой привет! Сегодня снова получился набег сделать на некоторые магазины. Ходила по делам и по пути Фикс Прайс, Улыбка Радуги, Магнит Косметик, просто канцтовары, аптека даже попалась. И давайте я покажу, где я чего купила. На самом деле везде по чуть-чуть, но вот собралась кучка и решила, не откладывая, сразу показать. Фикс Прайс. Давно я смотрела вот на такие салфеточки, как вот вы видите, бордовые. У меня здесь лежит. Я их взяла две штуки. Вообще они в магазине в нескольких были расцветках. Но я дождалась, когда закончились все, остались в нашем только бордовые. Но на самом деле именно бордовые мне подходят под мои кирпичики. Да? Так, размер салфетка сервировочная. 45 на 30 сантиметров. Я взяла 2, но, наверное, для моей кухни надо бы 4. Ну, мне так кажется, чтобы уместилось для роликов именно вот фоном. Чтобы все умещалось и в кадр попадало, наверное, надо было еще. Но я попробую на 2 пока умещаться. Дальше. Давайте по фикс-прайсу. Из малоинтересного, но очень нужного. Я уже регулярно покупаю там вот это масло Меладора. Сегодня заметила, еще одно масло подсолнечное продавалось. Но брать не стала, потому что как-то уже Меладору распробовала, понравилось. И взяла снова по привычке его. Давайте здесь поставим. Очередные ватные диски. Ватных дисков, может быть, уже удивляетесь, много беру. Конечно, они не стерильные, но у меня у мамы сахарный диабет, она без конца делает и инсулин колет, и проверяет сахар. У нас что спирт, что ватные диски, все это рекой льется, поэтому она просит все время, чтобы было в запасе. Далее, Максимка готовится к зиме, взял себе вот такую игрушку. Это форма для лепки снежков и бросания. То есть мы это делали все руками, но современные дети хотят вот такую технику. То есть собираете снежок. Но тут просто сам процесс интересен, что вы там подцепляете снег, здесь лепите комок. Ну и можно прямо ей же запускать. Ну можно просто брать. Ну так интересно. Больше это так, для интереса. Тут видно, вот как надо подцеплять. Вот так формируете, и можно кидаться. Вот такая вот смешная штука. Очередные тряпочки взяла, быстро они выходят из строя. Быстро как-то они становятся не очень привлекательными, и поэтому требуют обновления. А вообще такие вот разноцветные тряпочки – украшения любой кухни. Поэтому вот спасибо Фикс Прайсу, что они их делают всегда разноцветными, яркими. И на кухне все время такие яркие получаются пятнышки. И в Фикс Прайсе взяли разные сладости. Снова взяли вот этот читос с ароматом докторской колбаски. Они идут такие шарики, которые вот так вот показано. Прямо в рот засыпаете и написано «Выпей меня». Они очень вкусные, действительно, вот эта вот колбаска. Вкус колбаски. Их было несколько, я не буду все показывать. Также в этот раз взяла со сливочной нугой. Очень я люблю все шоколадки с нугой. Томилка по 10 рублей каждая конфета. Взяла несколько штучек. И на пробу взяла вот такие батончики. Они были по 12,50, кажется, с молочно-сливочной начинкой. Мне они показались похожими чуть ли не на батончики Ротфронт. Они такими дольками идут. Вот так. И по 12,50. А читос по 10 рублей одна. Это по 10, 12,50. Ну, рублей на 500 я вроде взяла вот всех покупок. Но было вот этого всего по нескольку. Ну и пепси. Один пепси взяли. Пусть будет. Все, сладости больше показывать не буду. Пусть куча лежит отдельно. Так, и эти я, наверное, вот так уберу, чтобы они особо мне не мешали дальше показывать. Зашла я в аптеку. Вы знаете, на самом деле у меня кремов для рук достаточно. Но
Не так давно, какое-то время назад, мне в посылке Ирина Манинья Яричана, так ее ник на Ютубе, спасибо тебе, Ириш, дарила вот такой крем Белоручка, крем для рук и ногтей, питательный. Я знаю, что сейчас у Белоручки вообще в новом дизайне вышли тюбики, но в аптеке, я это тоже поставлю для красоты, но в аптеке я увидела именно эту серию. Вообще там кремов-то штук 7, но я взяла 3 штуки. Этот смягчающий, делает кожу рук гладкой и нежной. Вообще Белоручку все хвалят. Следующий увлажняющий, вот с такой девочкой в платьишке. Написано, что за минуту работает. И актуальный на сегодняшний день, это зимний бархат. Быстро впитывается, но он получается вроде как питательный, в межсезонье хороша. И зимой. Вот такой. Вот такая симпатичная линейка. Не смогла я пройти мимо. Их приятно и подарить. Как подарок красиво смотрится. Ну и самой приятно на полочку поставить. Даже вот в ряд выстроить и пользоваться. Далее я была в Магнит Косметик. На самом деле я там покупала необходимые предметы. Я их показывать не буду. Но в корзине, в скидочной корзине я заметила по 99 рублей от Vivienne Sabo. Это мой самый любимый блеск. Сияющий 3D блеск для губ. И 43-й оттенок. У меня на самом деле такой есть. Он стоит вообще 200 рублей. Вот у меня его вот так. Вот он 43-й оттенок. Но я взяла, не знаю, себе на запас. Вряд ли. Скорее всего на подарок. Когда нужно собрать подарок, то очень удобно, чтобы было уже под рукой. Очень классный блеск. Мне нравится и как он наносится, и как он носится. Очень красивый. Камера не передает, как он искрится и как смотрится. Вообще, такие блески некоторые любят только летом. Я люблю в морозы такие блески. Когда снег весь сверкает серебром, и блеск тоже сверкает на губах, как будто инеем немножко покрыты розовым губы. Губы очень красивые, очень классные. Не жалею, прямо я очень рада, что его купила. Замечательный. И 99 рублей он не стоил никогда. Вот. И в соседней корзине по 199 рублей. Тоже от Vivienne Sabo. Я сначала даже не сразу поняла, что это такое. Акция «Найди кота» называется. Вот такая линейка. Вообще не показалось от Кабаре. Это что-то прямо новое. 3,8 грамма. Вообще это тени. Вот здесь. Тени для век. Тройные. Я не знаю, есть ли в разных они оттенках. Ну, давайте смотреть. Там я все потестировала. Мне на самом деле очень понравились оттенки. Не просто дизайн этой коробочки, но и оттенки теней. Понравились не просто на руке. Давайте здесь посмотрим. Может, тут есть где-нибудь оттенок. Ой, все зеркалит. Такое чувство, что вот в одном экземпляре, да, как будто. Так, ну ладно, смотрим. Зеркало. Нет. Вот такой вот какой-то малюсенький спонжичек тут. И вот так смотрятся сами тени. Ну, конечно, дизайн потрясающий. Сейчас я попробую тут все это дело набрать. Как по магазину, я потом не могла стереть с пальца. Стойкость меня прямо восхитила этих теней. Вот так они смотрятся. Мне кажется, будет очень красиво. Вот, видите, они с пальца не уходят. Мне кажется, на базу смотреться будет классно. Осенние немножко такие оттенки. Вот так еще раз покажу. Ну, вообще, я в восторге. Мне очень понравились эти тени. Прямо и восхитили, и покорили.
Если у вас есть магнит косметик, то вот они сегодня, по крайней мере, лежали по 199 рублей в корзине. Еще в магнит косметик я взяла блокнот. У нас таких несколько, три. И вот еще один город, четвертый. Для тех, кому непонятно, зачем коллекция блокнотов, ну, есть люди, которые коллекционируют что-то, но вот я коллекционер по жизни. То есть это, ну, хотите диагноз, хотите не диагноз. Ну, у каждого из нас есть свои интересы. И даже те, кто пытается ставить какие-то диагнозы, кому непонятно, почему и зачем столько покупается, то у вас тоже есть свои слабости. Просто мы об этом не все знаем. Вот такой красивый блокнот. Далее я заходила в магазин, как он называется, в канцелярию. Ну и там я увидела вот такие две тетради. Нет, я вам их покажу по очереди. Вы посмотрите, «Сон в лапу» называется. Ну это ж картина на стену, это ж не просто тетрадь. А? Ну вы посмотрите. Ну даже если вы не коллекционер, ну неужели пройдете мимо? Это хорошая тетрадь в клетку. Вот их вообще несколько. Вот здесь, например, нету этого «Сна в лапу». Но есть вот еще такие картиночки. Так, сюда «Сон в лапу» и «А дома лучше». Вот. Здесь написано «А дома лучше». И вот такой вот котярка рыжий. А лапы-то смотрите, у него какие классные. Ну, в общем, я мимо не прошла. Вот. Такие два кота шикарных. Заходила я не за котами, а за скрепками. Я их тоже купила. Они у меня тут в покупках оказались. А в «Улыбку радуги» я зашла специально, потому что сегодня в обзоре в косметичке месяца или в косметичке недели у одной девочки я увидела вот такое средство, бронзер. Их на самом деле три вида, три пудры. Две бронзирующие и одна белая, ну, якобы прозрачная, да, как белая шоколадка. Они все по виду шоколада. И что мне понравилось? Вот так она смотрится. Это уже пудра. Из шоколада. Это молочный шоколад. Вот все, что Лавели, название фирмы. Молочный шоколад. Мне понравился, очень понравился его оттенок. Это бронзер очень красивый. Давайте я вот здесь могу еще, если вдруг мало. Вот такая тень, красивая, деликатная получается. И второй цвет был горький или темный шоколад, но он был рыжий. Прямо вот с рыжим каким-то. Что у меня тут за дефект какой-то? Шоколадка тут, видите, у меня потрескала снизу. Он был прямо рыжий, а этот вот деликатный, красивый, без всякой рыжинки. Ну а белый шоколад, я слышала, у Лены, по-моему, говорила в отзывах, что выбеливает кожу, то есть не делает прозрачной вуалью, ложится, а выбеливает немножко. И поэтому мой выбор пал вот на этот молочный шоколад. И дизайн очень привлекательный. Кстати, это крышка на магните, видите, прищелкивается. И дизайн приятный, и цвет бронзера очень красиво смотрится. Так, сюда складываем. Так, и последнее, что я покажу, это тоже... С одной стороны канцелярия, но с другой декоративка. Три помады. Эти помады я купила на самом деле в коллекцию своему ребенку, сыну. Это ластики. Представляете, это ластики. Вот так вот они смотрятся прямо по форме губной помады. А так как у нас коллекция ластиков большая, то я взяла вот такие вот три новые помадки в его коллекцию.
Это не все. Также в коллекцию мы купили вот такие вот сланцы. Три вида. Это тоже ластики. Тоже три вида ластиков сланцы. Ну реально. Приятные, красивые, классные. Мне кажется, наша коллекция станет интереснее. 100 лет я не покупала что-то в коллекцию ластиков. Поэтому тут уже получила даже я огромное удовольствие от того, что мы купили такие новиночки. Наверное, все, что я хотела показать, показала. Сейчас еще покажу заказ Avon. Пока только получилось покупки, которые мы сделали сегодня. Очень я довольна. Прямо рада, мне кажется, прямо взрыв красок какой-то получился. Спасибо огромное всем за внимание. Если я была в чем-то полезна, я очень рада. Всем до новых встреч и всем пока!